Всем привет, мои дорогие подписчики! Поздравляю вас с новым 2022 годом! Желаю вам всего самого лучшего! Желаю вам счастья, здоровья, любви, успехов! Желаю, чтобы все ваши мечты сбывались! И самое главное, Новый год, на то он и новый, чтобы было все по-новому, чтобы все было лучше, чтобы все осуществлялось, а все старое и ненужное мы оставляем в старом году. И переходим плавно в Новый год, в новые мечты и в новые цели. А я вам сейчас покажу, как у нас на Новый год американцы украшают свои дома. Это город Холливуд, Флорида. И вот один из домиков. И сейчас мы проедем, я покажу несколько других домиков. Не все тут так украшают, но многие очень, как бы сказать, к этому серьезно относятся. Вот я на велосипеде, сейчас едем. Вот проехали уже три домика, кто не украсил, а зато следующие три очень красивые у них декорации. Сейчас посмотрим как раз. Вот, смотрите, мишки, оленята. Вот так выглядят основные домики во Флориде. Это типичная американская застройка, одноэтажная Америка и типичные украшения. Кто-то бывает, вот в том году я видела, очень много декораций выставляет, там такие сцены, ой, очень интересные, на Крисмас, да, это все с Крисмаса у нас стоит, с 25 декабря, вот смотрите, какая прелесть. Вот так, просто прелесть. Тут вот просто гирлянду повесили. Тут интересно, так вот такая световая дорожка около пальмы. Вот интересный домик, смотрите, все в огнях, все в огнях. Есть еще люди после Крисмаса все сразу убирают, а вот здесь оставляют, оставили. Потому что основной праздник в США это Крисмас, а Новый год здесь так, поскольку, постольку, поскольку. Но все равно. И через дорогу я увидела еще один домик, сейчас вам покажу. Вот. Тоже кто-то начал отмечать, слышу. У бассейна уже вечеринка. Вот. Вот, пожалуйста, домик неукрашенный. А вот сейчас я поближе подъеду. Ой, тут столько людей, кстати. Машин много. Смотрите. Вот это да. Вся стена. Все в звездочках. А вот здесь вот просто дорожка. Ну, в том доме уже отмечают, я уже у бассейна слышу. Ну, ребята. С Новым годом вас! Всем добра, всем успехов и удачи! Всем всего самого лучшего! Всем пока! И привет из солнечной Флориды!